На центральном татаме победу одержал Светиков Кирилл из Хабаровска. На татаме приглашаются спортсмены категории 210 единиц, бой номер 32, Самарукова Данила из Хабаровска, Коляна Артур, Ивановская область. Готовятся спортсмены девушки категории свыше 200 единиц. Бой за третье место в вечернем Ангелина Рябова Валерьевича. На татаме А победа одержал в тренинге